Благодаря замечательному квартету из Поречья мы побывали в Нью-Йорке, а сейчас вновь переносимся в нашу студию программы «Окон города», и музыкальную тему продолжаем мы, Анна Руда и Ярослав Чичин. Да, совсем недавно в Минске состоялся второй республиканский открытый конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах имени Волкова. Гродненские ребята, ну не совсем гродненские, а с Гродненского района, скажем так, тоже отправились туда и тоже там выступили. Да и не просто выступили, но подробности расскажут они и их преподаватели. Итак, у нас в студии гость Татьяна Ивановна, директор Парижской детской музыкальной школы искусств. Преподаватели Сак Валерий Николаевич, Мазюк Петр Антонович и Мазюк Павел Петрович. Добрый вечер. Здравствуйте. Татьяна Ивановна, мы с вами встречались в мае 2019 года. Что изменилось за это время? Ну, мы дальше работаем, у нас ничего не изменилось. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, мы в этом году тоже достигли больших результатов, больших побед. Давайте назовем цифру, чтобы всем стало ясно, почему эти победы действительно большие. Да, этот год у нас нам принес, пока еще принес 70 лауреатских мест на международных, республиканских, областных, региональных конкурсах. Если быть точнее, мы сегодня подвели статистику 22 международных места, 12 республиканских, 12 областных, 23 региональных. Но это еще у нас впереди, еще впереди несколько конкурсов, поэтому, я думаю, еще много побед у нас будет. Продуктивненько. А можно вот объяснить все-таки нам, международные конкурсы-то как проходили, если само понятие международный за последний год как-то приобрело такое иллюзорное онлайн немножко формат значение. Ну, да, вот именно в 2020 году, честно сказать, мы до 2020 года никогда не участвовали в онлайн-конкурсах. Нам всегда было интересно, вот как учителям, как ребятам, живая конкуренция, живое общение всегда, так на сцене. Но 2020 год нам диктовал свои условия, мы начали участвовать в онлайн-конкурсах. И вот преподаватели, в первую очередь Павел Петрович, очень много мест заняли на лауреатских мест на международных конкурсах в Болгарии, Сербии, Санкт-Петербурге, Москве, и в Италии. Вот международные конкурсы у нас, да, это только онлайн-конкурсы. Угу. Республиканские, областные – это все конкурсы, которые проводили стационарно. Ну да, не закрывалась у нас страна, это мы помним. Павел, расскажите нам, как проходит конкурс в онлайн-режиме? То есть ставится какая-то камера? Ну, как правило, видео записывается, загружается на YouTube, и потом уже скидывается ссылка. Есть еще определенный конкурс в Сербии, который он один из таких серьезных, потому что он первый, который интернет-конкурс существует с 2010 года. Mm-hmm. Если мы знаем, там Instagram тоже был, по-моему, в 2009 году. То есть он один из первых, один из серьезных. Поэтому там нужно было определенную программу загружать, она обрабатывалась, ну и он как бы за взносы очень как бы так ощутимо дорого стоили, ну и там уже разыгрываются определенные денежные призы. Поэтому он считается таким одним из, скажем, уже старых, не знаю. Статусных. И естественно, он статусный, один из таких серьезных. Вот. А, конечно, и другие международные конкурсы, также они там некоторые проводились в первый раз в России. Некоторые проводились уже в 13-й раз, вот как конкурс в Ялте имени Соколика. Там также достаточно хорошие результаты показали наши ребята, заняли и первые, и вторые места. Вот, и квартет под моим руководством, который мы слышали, тоже занял там первое место. Ну, давайте мы скажем, кстати, мы сказали квартет, но не сказали, кто его участники. И это Ладынин Вадим, Минин Владимир, Ладынин Алексей и Мацкевич Роберт. Спасибо большое, ребята. Что подметили вы, перечисляя эти фамилии? Да. Я заметила, мало того, что два Ладыниных, Алексея и Вадима, так еще концертмейстер у вас носит фамилию Ладынина. Случайно ли это или нет? Нет, не случайно. Это два, правда, двоюродных брата. И мама Вадима, она же и концертмейстер. И вот как-то тоже очень много... Семейный подряд такой. Да, работы она делает, потому что не только она ему компонирует, а достаточно так... Хорошо, уверенно себя чувствует на сцене, тоже можно ее отметить. Петр Антонович, что вы можете сказать про семейные музыкальные династии вашей школы, когда рядом сидит Павел Петрович с такой же фамилией, как у вас? Был ли шанс у Павла Петровича не стать преподавателем этой музыкальной школы? Наверное, не было шанса, потому что... Демократия у вас в семье процветает, я вам хочу сказать. Это мое добровольное решение. Да, да. Он сразу, наверное, как только поступил в музыкальную школу, в третьем классе уже заявил, я все-таки пойду по твоим стопам. Может, больше он желал, наверное, стать, может быть, солистом, но сложилось так, что он распределился в нашу школу и год за годом стал прививать любовь к музыке, так же, как и мы. Наверное,
то, что задали мы с Валерием Николаевичем когда-то в свое время, это вот отразилось в нем. У него еще хороший педагог был в Лидском колледже музыкальном, Степан Константин Николаевич. Да, буквально позавчера мы приехали в юбилей, тоже там участвовали наши ученики в концерте. Великолепный педагог, который тоже дал очень хорошее веяние моему сыну. И уже в данный момент я горжусь тем, что он в какой-то степени перещеголял даже меня. Это здорово. Скажите, вот мы, кстати, наблюдаем такое нередко, и когда выступают гродненские коллективы, там тоже есть преемственность поколений. Часто отец уже просто дирижирует, сын играет и так далее. Я всегда задавался вопросом, мне всегда казалось, точнее, то, что вот, например, если отец, ну, как правило, конечно, занимает должность, скажем так, повыше, чем сын, то требовательность по отношению к сыну у него совершенно не такая, как к остальным. То есть, казалось бы, наоборот, должен быть, знаете, такой семейный блат. Но нет, но наоборот, с тебя спрос выше. Есть у вас такое? Тут я, наверное, отвечу, потому что папа, наверное, вряд ли ответит правду. Ага. Потому что действительно, в каких-то, может быть, и сказал бы, но я, наверное, скажу это откровенно и честно, в различных поездках, будучи, когда я был и учеником, или уже педагогом, с меня был совсем другой спрос. Угу. Я сам это прекрасно понимал, то, что я как его преемственник или как коллега, и тем более сын, не имею права сделать какую-то ошибку или подвести. Я сам это прекрасно понимал. Угу. Но я это и чувствовал где-то тоже со стороны. Но требования ко всем ученикам были одинаковые. Да, я все равно, это был для меня отличался. Петр Антонович, да, в первую очередь, думаю, коллега что? На работе. Угу. Тоже. А хвалить сына проще или сложнее, наоборот? Хвалить так же, как и сына, это и всех учеников. Мы, наверное, непреемственны это у нас. Да, потому что, то есть да, я считаю, строгие. Ну как, похвалить можно немножко, но то, что ты уже достиг всего, чтобы ребенок не заболел звездной болезнью, mm-hmm. что бывает, когда достигают больших вершин, там, ребята, вот я уже лучше всех, mm-hmm. я уже всего достиг. Поэтому нужно похвалить, но и сказать, что еще все впереди. А вы сталкивались с такой историей, вот конкретно да. в своей практике, когда да. ловили звездочку? Да? Да, были у нас такие. Как лечили? Ребята. Тяжело с этим бороться. Электрошоком. Ну, как-то надо находить, дать понять ребенку, человеку уже. Ну, это в взрослом возрасте некоторые такое ловят, ребята, которые достигают каких-то вершин на международных конкурсах. Это происходит как раз-таки, вот, чтобы уточнить, после конкурсов, наверное, да? Да. То есть есть результат. Он приезжает, я достиг всего, вот и все, я лучше всех. Буду сидеть. Но не все еще, не все в твоих ног, как говорится. Нет предела. Да, все еще впереди. Валерий Николаевич, кто из ваших учеников переболел звездной болезнью? Или у вас таких не было? Ну, я не знаю. Вообще-то такой звездной болезнью, наверное, никто не болел. Угу. Как-то рога обшибали сразу. То есть не давали им уже сильно. После конкурса, там следующий конкурс опять, и опять надо было готовиться. То есть конкурс — это такая вещь, что сегодня тебе повезло, а следующий конкурс ты можешь пролететь. То есть чуть расслабился, все, ты уходишь. То есть надо держать себя в тонусе, постоянно работать. Тогда ты чего-то достигнешь. Ваш ученик Грик Тимофей стал дипломантом, между прочим, конкурса вышеназванного имени Волкова. Ну вот, опять же, говорит о том, где-то немножко недоработал. Почему? Дипломант – это еще не лауреат. Ага. Мог бы стать лауреатом конкурса, а чуть-чуть недоработал. А вот Шишко угу. Женя, который второй год у меня еще занимается только, ну молодец, я вижу, что он полностью всегда готовится к урокам, он работает. И он на этом конкурсе, я боялся, что он просто пролетит, а он боролся с ребятами, ну такие, ему 9 лет, там по 12 лет были. В одной возрастной группе? Да, в одной, это да? одна возрастная группа, тромбона, это до 12 лет. То есть он самый маленький был. И он победил третье место, это очень, для него это очень хороший результат. А частенько ли бывает такое, мы пытаемся сейчас при мудрости педагогической практики постичь с Анной, частенько ли бывает такое, что человек, наоборот, работяга, но вы понимаете, что далеко он не пойдет, к сожалению, там нет таланта? Ну, бывает это, но редко. Редко? Это редко. Если, я считаю, что если работает, он все равно чего-то достигнет. Хорошо, а если даже редко, что в таком случае делать? Подойти, ну, отвести в сторонку и сказать парень. Либо объяснить, для чего это нужно ребенку. Если честно, в большинстве дети сами уходят. Они чувствуют конкуренцию и как-то уходят. Ну, а кто не понимает, ну, учится до конца.
Угу. Есть такие сейчас в школе. Ну, ходят, учатся. Но подождите, хорошо. Я просто как человек, у которого очень слабые музыкальные способности, но который отучился и закончил школу. Меня несколько раз оттуда выгоняли, но я все равно осталась учиться. Я, например, считаю, что музыкальная школа закаляет и учит доводить что-то до конца. Вот эта пианистическая выручка или вот музыкальная вообще выручка, когда ты по несколько часов занимаешься, когда ты выступаешь перед большим количеством народа, когда ты не должен бояться ошибиться. Ну, разве это не полезно любому ребенку? Ну, это полезно. Я к чему хочу сказать, что музыкальная школа – это не только солисты и дипломаты, музыканты, которые… Да, много у нас детей, которые достигают успехов. Но некоторые не достигают успехов, но им это не лишнее. Во-первых, это немножко голова по-другому думает. У них. Сейчас же дети все сидят в мобильниках в большинстве. А он чем-то занимается музыкой. Во-вторых, мы готовим не только исполнителей, мы готовим и слушателей. Чтобы люди могли понимать хорошую музыку. Да, отличить хорошую музыку от плохой. Это уже тоже очень хороший показатель, я считаю, что не только все могут быть. Если представьте, в Поречи у нас сейчас сколько учеников? 72 ученика, и все станут лауреатами и звездами. Это просто нереально. Кстати, вот, Татьяна Ивановна, следующий вопрос по этому поводу. 183 участника было всего на конкурсе имени Волкова. 11 номинаций. Но ваши ребята конкурировали с ребятами со всей республики, в том числе и минчанами. Можем мы говорить о какой-то уникальной парижской музыкальной школе и музыкальных традициях? Я думаю, конечно, можно говорить. Я хоть не была на конкурсе, но вот учителя говорили, с Минска звонили. Парижскую школу очень благодарили, что привезли 8 человек и 6 стали лауреатами. Это как бы не как бы, это очень хороший результат для такого небольшого городка, как у нас. Но нашу школу знают везде, знают в Минске, в Беларуси, за ее пределами, знают хорошую духовую школу. Сака и Мазюка, уже двух Мазюков. Вот. И это очень, знаете, приятно всегда, когда о тебе знают, слышат. Когда маленькое Поречье, да, но как-то гремит, шумит, слава богу. Скажите, пожалуйста, у нас тут просто целый сон различных грамот, дипломов и прочих штук. И насколько нам удалось понять, это все за этот год? Да, это все за этот год. Ну, давайте учителя мы возьмем. С ребятами. Это не все, это часть, которая... Это одно учителя только, это не все, наверное. Не все, да. Пятая часть, наверное. То есть я предполагаю, что у вас там в музыкальной школе есть отдельное помещение, куда вы складируете эти дипломы, да, наверное? Да, у нас стенды красивые, да. Гран-при Ладынину Вадиму награждается. Расскажите, пожалуйста, про вот этот... А Ладынин Вадим у нас есть сегодня здесь, да? Сидит, присутствует. Где ты, Вадим? Он был... Привет, Вадим. Расскажите, что это за Вадим-то такой, что это за гарантия? Один из первых конкурсов этого учебного года. Он был в октябре в Смолевичах, республиканский. И достаточно, по-моему, в четвертый раз, если не ошибаюсь, да, проводился. Чем отличается конкурс? В принципе, кто сидит в жюри, насколько высокопоставленное, в который раз он проводится, на каком уровне ты, естественно, ощущаешь уже по приезду, там, как тебя принимают, смотришь, с каких областей может быть стран. Есть там конкурсанты и достаточно высокого уровня. Вот Вадим там занял гран-при, также мы ученики заняли там первое, второе, третье места в основном, которые занимаются на трубе, и один баритонист, это Буховский Артем. Хорошо, Павел, а вообще, в принципе, не аудитория, неправильно бы сказать аудитория, а участники этих конкурсов, это одни и те же люди с большего? К сожалению, если взять с большего, то да, даже если мы были вот говорить про этот конкурс в Минске имени Волкова, то в основном туда приехали практически одни и те же люди. Знакомые все лица, да? Да. Но это к сожалению или все-таки почему нет? Это закономерность. К сожалению, потому что даже хоть мы конкуренты с педагогами общаемся, все равно мы коллеги и в первую очередь друзья. И хотелось бы, мы делаем общее дело, хотелось бы, чтобы это дело наше педагогическое, что касательно духовой музыки, инструментально развивалось. Почему-то наблюдается такая тенденция, что это немножко все у нас угасает. С каждым годом. С каждым годом, да. И опять же, вот эти конкурсы это подтверждают. С чем это связано? Вот я как бы мы пытаемся найти этот вопрос, чтобы решить эту проблему, найти ответ на этот вопрос, но
пока. Ну, возможно, тот же мультик «Душа», который там, где играет на тромбоне, возможно, он станет тоже таким катализатором того, что возникнет интерес к духовым инструментам. Хорошо. Я извиняюсь, я бы не сказал, что так уже угасает. И судя по конкурсам и смотря на исполнителей юных, то уровень поднялся довольно-таки неплохо. И играют, и нам сейчас очень тяжело к этому уровню. Если, помню, раньше приезжали, там программки играли такие простенькие. То сейчас очень серьезно, там очень серьезные программы поднимают. И уровень очень сильно поднялся. Хорошо, допустим, вот только что мы посмотрели номер, который вы привезли к нам. Это Фрэнк Синатра, «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Ну, я, по крайней мере, слышал ее в исполнении Фрэнка Синатры. Возможно, кто-то написал другое. Кто подобрал? Кто решил, что вот именно... Павел Петрович. Все это вот мои четверо учеников, они все же и стали лауреатами на конкурсе имени Волкова. И еще это вот четверо. Вообще, у меня пять учеников там заняли все места. Первые, вторые, третьи. Само произведение написал, точнее, сделал аранжировку Леонид Брагинский, между прочим, он сам преподает в этой школе номер 14, где и проходил сам конкурс в Минске. И вот он как-то как коллега... Это его аранжировка. Он был удивлен, когда услышал, или он не был членом жюри? Нет, он не член жюри был, там членом жюри были в основном это профессора с Академии музыки, с Института культуры. Просто мне... Академия музыки. А, да? Только Академия. Академия, только... да, значит, только Академия. Вот, и как-то посоветовали, он поделился, и он с удовольствием пишет аранжировки и делится для оркестра. Вот Леонид Николаевич является дирижером, и также мы играем его аранжировки, и там каких-то в основном это белорусских, что касается оркестра, произведений. А вот сделал аранжировку такую, написал вот эту минус фонограмму. Здорово, спасибо. В прошлый раз, вот, когда, Валерий Николаевич, вы у нас были, вы играли «Незабудку» Тимы Белорусских. У нас это вызвало ажиотаж. После этого Тиму посадили на 2 года домашней химии. Мы тут ни при чем. Как можете прокомментировать? Это было давно. Мы к Тиме никакого отношения не имеем. Он не забудет. Мы делали рекламу нашего фестиваля. Это была самая главная задача. И просто здесь попросили тогда у Сити что-нибудь... Флешмоб. На тему белорусского сделать. Ну, я сделал инструментовку тут быстренько на эту незабудку, оркестр сыграл. Все достижение. Я думаю, это не достижение. У нас есть получше репертуар. Например. И вот, кстати, Леонид Брагинский, который я уже раз затронул тему. Мы давно с ним знакомы. Хороший парень, хороший аранжировщик. Вот он для оркестра тоже. Первое, что его играли, это «Куполинку», которую он аранжировал, белорусскую, очень замечательно сделал, потом «Белорусские кружили». Мы до сих пор играем в репертуар оркестра. Белорусских песнеров. Да, белорусских. То есть это на темы белорусских песен, белорусских композиторов. Вот он делает такие аранжировки в эстрадных стилях, они звучат великолепно. То есть спасибо Лёне, он молодец. Петр Антонович, а вы к аранжировкам? Нет, я к этому. Нет. Валерий Николаевич этим занимается. А в чем заключается ваша работа? Расскажите в школе. Учу играть детишек на трубе. То есть у вас технический такой момент? Да, да. Я как педагог. Ну, помогаю. Вообще-то, когда-то в свое время подняли мы вместе с ним вот этот оркестр. И как я помогал, как дирижер, может, немножко. С группами работал отдельными. Но сегодня уже организационные вопросы. Сегодня уже немало народу сюда к нам приехало, а вообще штат, скажем так, в школе большой, педагогов. Да, у нас в школе большой вообще уделяются. У нас в нашей деревенской школе 3 трубача работают. Это в колледжах не везде. Не всегда, да, найдется. Даже иногда спрашивают, как вы там миритесь? Не многовато ли трубачей? Да, на квадратный метр, да. И работают вот сын Павел Петрович и моя выпускница Виолетта Дмитриевна Данилович. Кондрат уже, да, девушка преподает, да, трубу. Тоже великолепно играет на трубе, сама участница оркестра. Она набрала класс свой. Но это скорее исключение из правил, когда девушка играет на трубе и преподает, или нет? Абсолютно или нормально? Нет. Нет. Ну, это редкость, конечно. Редковато. Труба все-таки, она физически сложный инструмент довольно. Один из самых сложных, тяжелых такой, физически. Ну, она с этим справляется. Она год отучилась в Академии музыки, но решила почему-то заняться педагогической деятельностью. Заскучала. Вернулась к нам в свое Поречье.
родной город. Да, да. Валерий Николаевич и Татьяна Ивановна, что по поводу фан-фараси бро? Мы в этом году должен состояться фестиваль. Да, в этом году должны были состояться, так как они у нас проходят раз в два года. Но в связи, опять же, со сложной эпидемиологической ситуацией мы и не смогли бы принять, и коллективы зарубежные к нам бы не смогли приехать. Поэтому мы временно откладываем это на следующий год. Мы надеемся, что все-таки ситуация у нас улучшится. Сможем увидеть наших друзей, коллег с разных стран. И надеемся, все-таки фанфары Сябро не будут процветать. Я думаю, что следующий год. Это мы по этому поводу собирались в прошлый раз, да? Как раз-таки после фестиваля. Или до фестиваля. Перед фестивалем, да. Мы ждали гостей. Мы это посмотрим в сюжете, не волнуйся. Все будет. Да, Валерий Николаевич, скажите. Я думаю, что в следующем году будет. Обязательно, думаю, эта пандемия уйдет. И хотелось бы увидеть друзей из-за рубежа. В этом году, к сожалению... Сами друзья остаются за рубежом. Да. А у вас в сюжете-то мы увидим, что там происходило и так далее. У вас какие эмоции остались после этого? Может быть, какие-то замечания? Может быть, в этот раз что-то где-то не докрутили или наоборот прыгнули выше головы? Каждый фестиваль – это учеба. Мы где-то смотрим, что получилось, что не получилось. И в следующий раз стараемся, чтобы это уже не произошло, если вдруг у нас что-то там не срослось. Но обычно у нас все проходит нормально. Все довольны, еще никто не обижался, слава богу, из гостей. А кто обижался, того больше не видали. Да нет, как-то не обижались. Приезжают те же самые оркестры и просят. И вот сейчас даже белорусские оркестры просили, что хоть для белорусских проведите. А что это вы так решили? Да, а почему, если в Беларуси вы же ездите по конкурсам, почему не провести у большое себя? Скопление все-таки народа будет. А на конкурсах там каждый оркестр это 40-50 человек. 10 оркестров 500 человек. А их нужно и разместить. Это сложновато, наверное, в нынешней ситуации рисковать. Ну, во-первых, это надо бюджет заранее формировать, чтобы он был. А тут уже в последний момент, да сейчас, я думаю, такая ситуация финансовая и в районе не очень такая блестящая, чтобы деньги... На музыку. Просто мы в этом году решили повременить, в следующем году лучше... Поднакопить, опять же. Тем более, следующий год у нас опять будет юбилейный. А чем это он у вас юбилейный? Юбилейный... Школе 35. И оркестру 30. 30 лет. Угу. Так это двойной удар получается. Да. Тройной уже, тройной. Если еще фестиваль будет. Да. А фестиваль в который раз получается следующий? Пятый. Шестой, наверное. Был пятый. Какой же это юбилей? Нет, ну так что в школе 30. Тройной это удар, говорите. Юбилей это 2. Хватит 2. 30 и 35, действительно. Татьяна Ивановна. Расскажите, пожалуйста, что происходит сейчас? Вы же общаетесь, наверное, с коллегами из других школ, из-за рубежа, может быть. Что происходит у них? Остановилась ли жизнь или продолжается? Просто какие-то новые проекты придумываются? Какие пандемия внесла коррективы? Мы постоянно к этому вопросу обращаемся. Вы знаете, коррективы даже она в нашей школе внесла. У нас проходит наш региональный конкурс «Шанс». Угу. Тоже он уже проходил у нас в пятый раз. Запланирован у нас был на апрель 2020 года, но мы его перенесли на сентябрь. И опять вновь сложная ситуация, и пришлось нам проводить конкурс по видеозаписям. У нас приняло участие 120 участников, Минск, Смолевич, Гродненская область. Пришлось провести, но ничего страшного. Жюри собралось, мы провели в двух кабинетах, мультимедийные установки поставили и по видеозаписям провели все-таки этот конкурс. Это не то чтобы ничего страшного, вы не поверите, это вы уже ответили на мой следующий вопрос. Я хотел спросить, освоили ли вы вот эти вот онлайн-методики, не только посылать что-то, но и все-таки, принимать. Знаете, с каждой ситуацией чему-то тебя учит, наверное, и мы вот освоили эту онлайн-систему и... Ну, на Гродно, Young Jazz, вы же приезжали. Приезжали, Павел Петрович Павел приезжал, Павел? Со своим квартетом, где занял первое место, да. Первое место у вас было на Young Jazz? Все отобрали. Ну, разные там номинации были, именно в номинации ансамбль, да, это было у нас первое место. Ну, всем понравилось, Какие впечатления этот конкурс оставил? Мы, конечно, регулярно его обсуждаем. Да, мы регулярно обсуждаем, но никогда не попадаем туда. Очень интересно, своеобразно, потому что именно как бы у нас вот проводится под фонограмму под минус, тоже в основном играют более эстрадную, джазовую музыку. А здесь конкретно джазовое, это что-то новое, это тоже интересно. Может быть, где-то
не играется прям совсем такой настоящий джаз, который не поймет обычный слушатель, это будет сложно. А более играется эстрадная музыка, которая также привычна обычному слушателю. Поэтому, скажем... Ну, если джаз, то стандарты, наверное, какие-то, опять же, как тоже Синатра, возможно, да? Вряд ли там Майлса Дэвиса кто-то будет ставить в программу. Нет, ну, возможно, какие-то... Я там проводил всего 2 дня конкурс, приехали только на второй. Говорили, что очень было много и слушателей, и много было и конкурсантов самих. То есть это также говорит о том, что конкурс состоялся и удачно. Только, допустим, положительные эмоции, потому что он был, во-первых, приятно, что бесплатный, и также были хорошие там и сувенирные подарки. Петр Антонович, расскажите, как опытный педагог, что детей стимулирует больше? Конкурсы, не знаю, концерты в самой музыкальной школе или вот такие мероприятия, как фестиваль, который раз в 2 года? Или проводить? Деньги? Ну, какие деньги? Нет, о деньгах тут и речи даже не идет. Хотя был, сразу о деньгах тогда скажу. Был один такой у нас случай, Валерий Николаевич, ученик сказал, когда у нас конкурс следующий? А Николаевич, что такое? Так деньги нужны. Да. Руки хоть не тряслись. Он был уже уверен, что он займет там место и заработает на этом. Это серьезный подход, вот это я понимаю. А что стимулирует? Стимулирует... Я считаю, что концертная деятельность. Чем больше ребенок выступает, он все-таки и мы тоже. Вот мы недавно давали концерт в санатории у нас по речи, мы там регулярно даем. Но мы там в связи с пандемией почти год не давали концерт. Да. И когда мы сказали детям, вот будем давать, мы сами зажглись этим. И дети все приехали, наши выпускники, мы дали концерт отдыхающим. Они просто были без ума от концерта. И мы сами получили такой... кусочек адреналина, драйва этого, зарядили зарядочки. Поэтому каждый концерт для детей, наверное, переживание, он видит эмоции зрителя, тоже подпитывается от этого и хочет дальше продолжать вот приносить, я так думаю, реакцию, реагирует на реакцию зрителя. Опять же, дальше. Аплодисменты всегда стимулируют. Ну, не без этого, это самое... Мы желаем вам, чтобы в этом году у вас было как можно больше живых выступлений. В следующем году подготовимся, приедем к вам, а после обсудим обязательно, как прошел фестиваль. Спасибо вам большое. Так какой все-таки фестиваль? Фанфары? Или фанфары? Фанфары. Фанфары Севро, друзья мои, да. Окна города мы проведем просто там сразу на месте, по речи. Выездная студия? Да, выездная студия. Запросов нет, вас за язык никто не тянул. Хорошо, хорошо, все. Агрогородка. Ловим на слове. Я и мой вредный ведущий предлагают вам прямо сейчас посмотреть видеоматериал. После него мы вернемся в студию, не пропустите, у нас будут новые гости. От джаза до рока в Поречи прошел 6-й открытый фестиваль духовой музыки. Мероприятие началось со зрелищного шествия оркестров. Колонна музыкантов промаршировала через весь агрогородок до школы, где каждый коллектив представил себя и свою страну. Погода нам сопутствовала, так у нас было очень много аттракционов. Каждый коллектив внес какую-то свою изюминку, показал, на что он способен. Это не соревнование, это у нас дружеский фестиваль, кто на что гораст, обмен опытом. Настроение у всех хорошее, шикарное. Все довольны, счастливы. Мы надеемся, что этот фестиваль дальше будет процветать. Гордость агрогородка – собственный духовой оркестр «Поречье ВИП-бэнд». За 27 лет творческой деятельности коллектив получил признание во многих городах Беларуси и за рубежом. Нас везде знают, нас везде слышат. Мы не только прославляем свой Гродненский район, не побоюсь этого слова, Гродненская область, но и Республика Беларусь. Коллектив популярен в Польше, Литва, Латвия, Италия. О нем все слышат, они все знают. Все знают о наших замечательных ребятах-духовиках, которые занимают
все лауреатские места, куда ездят на конкурсы. Дефиле разносторонние, даже мини-спектакль, который сейчас будет показывать Черниговская областная филармония, назвать тематику конкретного мероприятия просто-напросто нереально. Потому что я даже не знаю, не ожидаю того, что будет здесь звучать сегодня на сцене. 14 коллективов из 6 стран. Польша, Литва, Латвия, Германия, Украина и, конечно же, Беларусь. Каждый оркестр представил известные всем произведения. Классика, эстрада и современные хиты в обработке. Также коллективы вместе исполнили 3 композиции. У нас Германия, первый раз у нас приехала, Украина, Черниговский областной центр фестиваля концертных программ, который покорил своим дефиле, где они пели, танцевали. Приехал у нас новый коллектив из Латвии, хотя у нас Латвия была, но совсем другой коллектив, который тоже показал нам что-то новое. Мы у них чему-то поучились, они нас тоже чему-то научили. Это исторический момент в моей жизни и в жизни вот этого дирижера, который сейчас руководит оркестром. Это мой бывший солдат. Он, когда я служил в Германии, он призвался и играл у меня в оркестре. И через 35 лет мы решили встретиться. Он как организатор вот этого фестиваля «Фанфары Себров», специально пригласил нас, чтобы мы показали, представили Украину. Анатолий Ткачук еще и композитор. На фестивале прозвучали произведения, его сочинения. Приветственная фанфара и украинская фантазия. Зрители высоко оценили виртуозную игру оркестра. Действительно праздник. Улыбки на лицах у людей. Хорошая погода, мне кажется. Что нужно еще для счастья? Поэтому все супер. Впечатляет, что в нашем аграрном городке такое мероприятие грандиозное, можно сказать, международного значения. Это здорово. Очень понравилось. Восторги, прямо впечатления. Через все. Мероприятие проводится раз в 2 года. Во второй день на фестиваль приехали коллективы из Гродненской области. Каждый раз организаторы стараются подготовить уникальную программу и удивить своих зрителей. И у них это отлично получается. А вы думали, в Поречье, что там несерьезненько все. Посмотрите, какие масштабы, посмотрите, какие размахи. Напоминаем, что в этом году фестиваль, к сожалению, не состоится. Нет, но он состоится в следующем. Не состоится. Но он состоится в следующем. Поэтому трижды подумайте, когда вам кто-то скажет, что в районах у нас никакой культурной жизни нет. А лучше съездите и убедитесь в обратном сами. Но у нас новые гости в студии. Итак, к нам в студию присоединились заместитель директора по учебной работе детской музыкальной школы искусств номер 1 имени Семеняка, еще и преподаватель, к тому же Фоменкова Ольга Дмитриевна, а также преподаватели и ученики отделения духовых и ударных инструментов Фоменков Валентин Анатольевич, Лощук Дмитрий Сергеевич, Живалевская Анна, Ятковский Эмиль и Турок Артем. Добрый вечер. Вот пока шел сюжет, мы как раз вспоминали, Ольга Дмитриевна, о том, что мы отмечали юбилей школы имени Семеняка в 2019 году, в ноябре месяце. Да. Ездили туда к вам, вы к нам приходили. Что изменилось? Новые дети? Ну, что изменилось? Школа продолжает работать. Кто-то из маленьких детей подрос, окреп в профессиональном отношении, уже выходит на более серьезную сцену, завоевывает более серьезные призы. Поступили новые дети, которые, надеюсь, тоже впоследствии будут не только радовать своих родителей и учителей, но и прославлять наш город. Скажите, а дети поступают, есть какой-то возрастной ценз все-таки с... Вот именно на отделение духовых. На отделение духовых, ну, рамки раздвинуты максимально для того, чтобы дать возможность любому ребенку, который имеет способности, как можно раньше начать их развивать. Это от 6 лет. Ну и самые старшие дети, которые уже выпускаются, это девятиклассники, 15 лет.
15 лет, это и уже все. И до свидания. Дальше да, в институт. И уже СУ, среднее специальное учебное заведение. Кто все. Хочет продолжать заниматься музыкой дальше. А, это вы имеете в виду колледж искусств, например? Нет, это музыкальный колледж в первую очередь, а уже во вторую очередь колледж искусств. Я бы сказала так, потому что уровень подготовки позволяет выбрать музыку как профессию. На высоком уровне. Ну вот сейчас, смотрите. Во-первых, я бы хотел сказать, все-таки веселенький у нас 19-й год был, да? С теми встречались фестиваль, здесь юбилей. И отмечали. Сейчас немножко тоскливее, да. Но почему же? Мы будем держать марку. Вот мы говорили как раз-таки про переход всего в онлайн. Вам-то это не понадобилось, насколько я понимаю. Или все-таки вы тоже знаете, участвовали? Вы знаете, все живем мы в одних реалиях. Да. Естественно, что и не обошло это и наших детей, и наших исполнителей. Безусловно, какую-то часть конкурсов дети показывают свое мастерство в режиме интернета, через по видеозаписям. Но нужно отметить, что вот то, что сейчас есть возможность поиграть реально, и само количество участников на конкурсе Волкова, на других конкурсах, которые идут уже в реальном режиме времени, говорит о том, что многие соскучились по сцене, по реальной сцене. Они хотят поиграть, чтобы им поаплодировали, чтобы можно было сравнить свое мастерство с другими вот сейчас непосредственно вживую. Вот я бы сказала, вживую. Валентин Анатольевич, я не могу не отметить ваш галстук. Он по-настоящему музыкальный. Расскажите, пожалуйста, жена подбирала или сами? Моя супруга выбирала. А, и так это... вот вы глядите, скажем так, налево. Это мы должны тоже, если зритель наш внимательный обратил внимание, что Ольги Дмитриевны и Валентина Анатольевича одна фамилия, то да, раскроем секрет, что вы тоже семейная пара. Да. Династия, династия тоже музыкальная. Валентина Анатольевич. Династия – это когда уже дети, а вот про детей мы спросим. Музыканта нет? Старшая дочь музыкант. Вот я подумал, что младшая да. дочь закончила музыкальную школу по двум отделениям, как пианистка, как саксофонистка. Поскольку наш папа тоже саксофонист, ей тоже это было интересно. Но сейчас она учится в Санкт-Петербурге не по музыке. Она сменила специальность, но творчеством продолжает заниматься. Валентин Анатольевич, обидно, когда вот учил ребенка талантливого, взял, перестал музыкой заниматься. Нет, но она продолжает еще даже заниматься на саксофоне и все-таки поигрывает, так скажем. Поигрывает, поет. Это творчество так или иначе, оно проявит себя, а право выбора остается за детьми. Мы, как родители, которые хотим дать возможность, мы им дали право выбора. Валентин Анатольевич, давайте тогда, коль уж мы так немножко копнули в семейное ваше генеалогическое, скажем так, древо, давайте копнем немного в историю. У вас саксофон в руках как впервые появился? Из чего это началось? Ну, как бы, в общем-то, на мероприятиях я, когда приехал еще в Гродно, на трубе играл, и попросили, а может быть, ты что-нибудь исполнишь на саксофоне? И я пробовал на саксофоне, у меня получилось. А вы до этого в руках его не держали? Ну нет, я, в общем-то, занимался на трубе. И на саксофоне взял саксофон, поиграл, мне получилось, и стал заниматься. Раньше это вот так вот было. Сейчас, понимаешь, достают мобильный телефон и включают. А раньше саксофонисты есть, только трубач. Бери саксофон и в бой. Скажите, вы оканчивали что-то? Да, я заканчивал музыкальную школу, интернат. Вот. Здесь, 11 в Гродно. 11-летку, да, я заканчивал 11-летнюю школу. А в каком городе? В Гродно? Нет, я заканчивал в Караганде. Ого! А как вы оказались в Гродно? Мы с супругой заканчивали вместе школу в Караганде. В 11-летке вместе учились. То есть вы со школы вместе? Да, мы вместе с Ольгой. Мы все вместе. 4 класса? Да. Ничего. Духовые инструменты у вас замолкают. По жизни мы вместе занимаемся музыкой, общаемся, и нам интересно. Это я вообще счастлив за то, что мы с Ольгой обсуждаем все время музыку. Понимаете, это наша волна. А что круче, саксофон, труба или гобой? Что, лучше? Да, какой круче инструмент? Ну, мне кажется, что, наверное, лучше всего саксофон, наверное, потому что я, когда играю, то я могу что-то... свою импровизацию или прочее могу исполнить. А вот на гобое я один раз играл. Ага. Там я уже не мыслю. Ольга Дмитриевна, а что круче для вас? Гобой? Саксофон? Я думаю, что круче тот инструмент, который человек просто любит. Вот я освоил. Но сейчас вот приятно было, кстати, парню по имени Ятковский Эмиль. Потому что похвалили как раз-таки тот инструмент, который является его вотчиной. Привет, Эмиль. Здравствуйте. Здравствуйте. Он кусает только меня, тебя не будет. Саксофон для тебя это какой-то инструмент, который прям поглощает тебя? Или мама с папой сказали,
Вот иди, саксофон в руки взял и пошел в бой. Нет. Жизнь твоя? Мультик «Душа» смотрел? Да. Понравился? Очень. Не передумал играть на инструменте после него? Ну, ты помнишь, как, чем там заканчивается объявление о концерте? Эмили, расскажи. Ты когда в школу идешь, ты под ноги смотришь? В люк не падал? Не. Молодец. Эмили, расскажи, пожалуйста, а в музыкальную школу ты сам захотел прийти или нет? Расскажи нам эту историю. Там работала моя мама. А мама у нас кто? На фортепиано преподает. Я частенько вот к ней приходил, ходила туда и услышал саксофон. Ага. То есть Валентин Анатольевич играл, ты его услышал? Ну да. Вежливо, молодец. А с чего начинается обучение игры на саксофоне? То есть маленький мальчик, если вы говорите 6 лет, ну думаю, неужели уже 6 лет можно играть на саксофоне? Ну, как правило, 6 лет просто сначала или занимается на блокфлейте, на более легком инструменте. Или вот сейчас есть такая практика, например, такой гибрид саксофона. У Анатольевича есть один ученик, который Серафим Ноздрин, который играет на маленьком гибридном таком саксофоне. Он пластиковый, но он дает возможность как-то освоить основные азы исполнительства на духовом инструменте. Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Здрасте вам, не заскучали? Ваша вотчина, расскажите нам, в чем заключается? Какой ваш инструмент? Инструмент флейта. Флейта. Вот, да, собственно говоря, с флейтой я познакомился еще будучи в утробе у мамы, потому что она у меня флейтистка. Ага. Вот. И, собственно говоря, потом как-то все так сложилось, что я флейтистом стал. А вы вот так все как-то сложилось, это нам не надо. Нам надо, что, нам надо с толком, да, чтобы вы нам рассказали. Вот вы с детства стали заниматься, потом что-то окончили, потом пошли преподавать. Вы просто достаточно молодой человек, и мне вот интересно, почему вы выбрали именно эту стезю преподавания? Ну, я еще, помимо музыки, я занимался еще спортом. Вот, ну. А каким? Спортом карате занимался. Достаточно Так интересно, успешно. Конечно, каратист с флейтой. Рифмуется, потому что каратист-флейтист. Каратист-флейтист. Ну, знаете, когда я поступил в музыкальное училище, там очень много парней профессионально занимались спортом. Гитаристы. И, собственно говоря, музыка и спорт – это два направления, которые учат учиться человека. Ведь это самое важное в жизни – научиться учиться. Вот. И, собственно говоря, учиться – это научиться дисциплине? Дисциплине, да. То есть в музыке, как и в спорте, ты ничего не добьешься, если не будешь методичен и последователен в своих занятиях. И вот, поэтому... Интересно. И вы, наверное, первый человек, от которого я это слышу, хотя я тоже из семьи музыкантов, ну, как и музыкантов, артистов в целом, но никогда у нас никто не увязывал прям занятия спортом. Нам всегда наоборот казалось, что у тебя есть... Три варианта. Первый, ты пойдешь, будешь спортсменом, второй, ты будешь музыкантом, а третий, ты будешь зарабатывать нормально. Ну, нет, далеко от истины ваше рассуждение. Артем, а ты почему выбрал «Здравствуй, флейту»? Ну, я помню, я когда еще 6 лет мне было, я был в школе. Это давно было, наверняка. Да, я слабо помню. Даже старожилы не помнят, когда тебе было 6 лет. Ко мне вот подошел Дмитрий Сергеевич, спросил, хочешь ли ты заниматься на флейте? Я ответила, хочу. Но сам не знал, что это за инструмент. Да, я особо не знал. Тогда я еще занимался на блокфлейте, на такой. Расскажи нам, в чем разница. Ну, во-первых, вес, во-вторых, намного другой звук, построение. Ну, ноты другие, нажимать пальцами надо. Сколько у тебя уходит в день примерно времени на занятия? Именно занятия прямо с учителем час. Каждый день? Час. Нет, ты, наверное, два раза в неделю, да? Три раза в неделю. Плюс сольфеджио, наверное, да? Сольфеджио... Обожаешь его, наверное. Самый любимый предмет сольфеджио. Сольфеджио? Ну, не сказал бы. Почему, объясни, вот все дети, которые занимаются музыкой, все терпеть не могут сольфеджио? Как ты думаешь, с чем это связано? Скука смертная? Ну, как бы, отчасти, да, немножко скучно, а во-вторых, там... Ну, сложновато так. Настоящая музыкальная как бы это, математика, слушай, да. На практике это потом ты понимаешь со временем, но как-то, когда это видишь, как-то... Думаешь, это бред немножко там прописан какой-то, да? Аня, ты наверняка любишь сольфеджио. Не очень. Не очень? Нет. Гобой больше, да? Ну, как специальность, да, конечно. А на хор ты ходишь? Нет, я раньше ходила, я тоже участвовала в разных мероприятиях и пела с хором, но сейчас нет. Почему?
Ну, просто так получилось, что много было занятий, и сольфеджи, и музлит, и надо готовиться к поступлению в колледж, и просто, ну, как-то то так. То есть ты уже собираешься свою жизнь профессионально связать с музыкой, да? Да. В наш музыкальный колледж пойдешь? Да, в наш Гродненский. Угу. Рассказывай тогда, хвастайся. Ты выкладывала, здесь мы откроем секрет, что тут очень много твоих кубков, дипломов, расскажи, медалей, расскажи о них, пожалуйста. Ну да, много. Вот я вообще ногобой занимаюсь не так давно. Угу. Вот. И в этом году, ну, год такой получился очень эмоциональный, да. Угу. Очень много дипломов, очень много поездок было. И в Минск ездила, в Молодечно, в Лиде. Очень много путешествий. Вот. А вот на Волково заняла второе место. Ну, для меня это тоже было очень, как бы, хорошо. Там два тура, сложная программа, обязательная. Это, вот, безусловно, хорошо. Но скажи, чего тебе не хватило? Почему, как ты считаешь, не взяла первое место? Минчанин? Есть какой-то, проводила ты какой-то анализ, анализировала, ну, свое выступление? Мне кажется, что я просто еще не так хорошо играю, не тот уровень еще. А там ребята, твои ровесники с тобой выступали? Да. Да? Да. Ольга Дмитриевна, а вы как считаете? Вот Аня ваша ученица, чего не хватило? Или, ну, это действительно очень хороший результат второй место? Нет, это очень хороший результат, если учитывать, что первое место не дали никому. Ага. Начнем с этого. Угу. То есть первого места в ее номинации нет. Угу. Аня просто очень самокритична. Угу. И это дает ей возможность, так скажем, очень детально работать над своим исполнительством. Вот. Но первое место не дали никому. Чего бы не хватило на первое место, я бы сказала, наверное, опыта. Угу. Опыта. Потому что, когда большая ответственная сцена, когда жюри, все, вся профессура Академии музыки, когда зрительный зал – это знающие люди, а не просто любители музыки, которые знают все тонкости, конечно, сказывается определенное волнение. Может быть, немножко не хватило просто сценической свободы. Угу. Вот, сценической свободы, потому что это всегда вау, когда человек еще и свободно чувствует. Но мы, я думаю, что после этого уже Аня еще несколько конкурсов сыграла, имела уже первое место на нашем городском конкурсе, даже рассматривалась ее кандидатура на гран-при. То есть мы двигаемся, я думаю, что еще очень много будет впереди. Простите, а сценическая свобода, это вы имеете в виду раскрепощенности сценической или нет? В определенной степени да. Ага. То есть мало, ну, скажем так, более понятным языком рассказать красивое стихотворение. Надо его рассказать, подать. Да, угу. Надо его подать не просто правильно и с правильным ударением, нужно его рассказать очень свободно, так, чтобы поверили на 100%. Ну, у нас просто, как, не буду так обобщать, конечно, может быть, это клише, но многие считают, что занятия в музыкальной школе – это от забора до обеда. То есть вот тебя не учат там каким-то вещам, ну, скажем так, чуть менее поверхностным. Тебя учат как отыграть, тебя учат нотной грамоте, тебя учат тому-то. И тут вы, как педагог, вы приходите и говорите о том, что не хватает сценической свободы, нужно еще и подать. Я попытаюсь, а как ответить, этому научить? Да, я попытаюсь ответить на ваш вопрос. Дело в том, что такое, кто такой исполнитель? Есть композитор, который, да, сочинил произведение. Есть слушатель, который слушает это произведение. А исполнитель – это связующий мост между тем, кто написал и что хотел сказать, и тем, кто пришел послушать. И невозможно сыграть произведение любого композитора, который что-то вложил свое, без своего собственного участия. Угу. Каждый исполнитель, что мы учим? Мы учим ноты, мы учим фразы, мы учим еще какие-то чисто специфические вещи, но мы учим для чего? Для того, чтобы исполнитель выражал себя. То есть он должен понять, что хотел сказать композитор, пропустить через себя, и тогда слушателю это будет интересно. И вот это будет трогать. А если два абсолютно одинаковых по уровню ученика сыграют одно и то же произведение? Оно будет по-разному. Невозможно. Кардинально по-разному? Я как слушатель это пойму? Или специалист? Безусловно. Безусловно это поймете. Потому что есть свое личное участие. Одно и то же произведение можно сыграть так, что его можно не узнать. Угу. Например, вот Эмиль играл на конкурсе Волкова, а Равеля, как называлось? Вокалист. 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 В форме хабанера. Он исполнял, да, вокалист в форме хабанера. И исполнял другой мальчик, который с Минска, он ногобой исполнял это же произведение. Ногобой только. Да, ногобой. Но оно было просто неузнаваемо. Угу. То есть, если, допустим, ну и Эмиль получил первое место на конкурсе Волкова, угу, и он в том числе это произведение исполнял на гала-концерте
в верхнем, да, в концертном зале «Верхний город». То есть настолько оно было интересно и убедительно, что вы хотели еще раз показать для всех слушателей. Уже на самой церемонии награждения. Вот это значит пропустить через себя. Но если мне не врет моя вот тут маленькая памятка, мы и сегодня послушаем, да? Эмиля, но он потом нам расскажет. А сейчас я предлагаю пока отвлечься, передохнуть и посмотреть небольшой видеоматериал о работе школы музыкальных искусств имени Семеняка. Духовое отделение детской музыкальной школы искусств номер 1 начало свою историю в 1939 году. К началу 1939-1940 года в школе были открыты лишь классы трубы и кларнета. Расцвет духового отделения приходится на 70-е годы, которые ознаменовали собой значительное увеличение преподаваемых инструментов и количества учеников. Сегодня отделение состоит из 13 учителей и около 170 учеников. На базе детской музыкальной школы искусств номер 1 40 лет назад был создан образцовый духовой оркестр. Его первым руководителем был преподаватель по классу кларнета Пилипенко Вадим Николаевич. Сейчас коллектив возглавляет Гавриленко Андрей. В оркестре на сегодняшний день представлены все группы духовых инструментов. Деревянные духовые флейты, кларнеты, саксофоны и медные духовые, естественно, трубы, баритоны, тромбоны, басы и ударные инструменты. В 2001 году оркестру было присвоено звание «Образцовый коллектив». Каждый год юные музыканты подтверждают его. Ребята являются участниками многих международных фестивалей. Это как в Польше Европарад духовых оркестров «Суховоля», фестивали духовых оркестров в Замброве, Гайнувке. Также Украина, ближайшие зарубежья. И, естественно же, это мероприятия городские. Наш фестиваль духовых оркестров «Поречье фанфары Сябров», школьные мероприятия. И с этого года также обслуживаем спортивные мероприятия, которые происходят в нашем городе. Народное отделение сформировалось в 1939 году. Основателем его был преподаватель по классу баяна Сартаков. Сегодня отделение насчитывает 14 учителей и более 130 учащихся. Приходит сюда заниматься целое поколение юных музыкантов. Интересно, что многие учащиеся первой детской музыкальной школы искусств играют на разных инструментах. Я играю на баяне, на аккордеоне, на трубе и на пианино. Меня учит играть старшая сестра. Мой любимый предмет – это труба. Отделение струнных народных инструментов ведет свою историю с 1955 года, когда был открыт класс домры. Сегодня отделение является одним из крупнейших в детской музыкальной школе. Педагогический состав включает 15 учителей, ученически более 160 человек. Из музыкальной школы
имени Семеняка возвращаемся в студию программы «Окна города» имени кого? Ярослава Чичина. А почему ж меня? За что мне такие почести? Не заработал пока еще. Аннушка, расскажите мне, пожалуйста, вы же сами человек искусства, человек, который заканчивал музыкальную школу. Да. Вот вы, когда смотрите эти сюжеты, что-то ёкает у вас? Более того, скажи, я вам эти сюжеты делала. Конечно, ёкает. Это очень интересно. Я говорю, мне было сложно, почему делать этот сюжет, потому что хотела все унести, все впихнуть, всех показать. Такие замечательные ребята. И вот у нас возникает вопрос. Вот мальчик в вашем классе играл на очень интересном приспособлении. Я так понимаю, это и есть этот гибрид саксофона и... Да, это инструмент японский, придумали японцы. Как бы ступенька к переходу к альт-саксофону, может быть, или к инструменту более, более тяжелому, так скажем. И вот этот вот инструмент винова саксофон сопрано, он имеет такую же форму, как у флейты, точно такие же расположения пальчика, как на блок флейты, Но мундштук от сопрано-саксофона точно так же вставляется трость, и можно с ребятами заниматься, это подготавливать его на следующий год, перейти уже на альте-саксофон, на серьезном. И вот он за полгода или год занимается дополнительно на блок флейте. И также второе, например, занятие, он занимается на, этом, на гибриде-саксофоне. И разучиваем, и пьески играем, и им нравится, но сложно, все равно сложно. Вот у меня мальчик учится, Ноздрин Серафим, он, рост его не очень такой, скажем, высокий, и я уже, мы уже пробовали альт посмотреть, вот он уже третий год он будет учиться, как бы охватывает саксофон, но пальчики еще не доросли, вот он играет у меня на винова саксофоне, на сопрано, и участвует в конкурсах, и он даже стипендиат президентского фонда, ребята, он занимает хорошие места, и в конкурсах участвует прямо на этом инструменте. И звук у него красивый. Вы сказали, что это ноу-хау за пределами Питера, то есть он не так давно появился? Да, буквально, наверное, года три назад. И ребята, вернее, родители специально заказали его в Греции, чтобы его с Греции привезли. Почему-то на нашем рынке он, наверное, вот только что появился, и может год как появился. Но мои ученики уже играют года три на нем. Дмитрий, перейдем к флейте. Да. А точнее, перейдем к артисту, да, исполняющему, конечно, конечно. Да, свои произведения на флейте. Мы там тоже в сюжете видели, вот это вот пластиковое, это вот это блок флейта. Пластиковое, это блок флейта, да. Это поперечная флейта. Нет, ну это уже... Да. Дим, расскажите, как проходила подготовка к этому конкурсу? Насколько я понимаю, третье место, да, ты взял? Третье место. Да. Молодчага. Да. Давай пять. Спасибо. Так. Как только мы узнали об этом конкурсе и о его статусе, вот, у нас сразу появилась цель, что нужно статус там... Статус это имеете вы в виду республиканский? Ну, республиканский, да, и ну, вообще все знают, что это серьезный конкурс. Он предполагает какие-то поощрения потом со стороны фонда президента. Вот. Поэтому мы нацелились именно на него, и до него были какие-то еще другие конкурсы, выступления, менее важные. Разогревочка такая. Разогревочка. Ага. Хорошо, да. Это понятно, но вот вы сказали про статусность конкурса. Да. Соответственно, при подготовке к такому конкурсу как-то вы меняете программу самой подготовки? Занимаетесь больше требуете, больше домашних заданий, да? Ну, рассказывай. Да, это обязательно. Ну, вот пускай сам расскажет. Ну, как бы там вот на этом конкурсе, там, получается, первый и второй тур, там, во втором туре была там одна пьеса, обязательная программа, соната это. Что ты играл? А чья? Соната, Винчи. Вот. Молодец, экзамен сдал. Сонату вспомнил. Так. Напеть сможешь нам? Напеть голосом ноты. Ля, ре, фа, соль, ля, ре. Молодец, молодец. Флейту взяли, вот она рядышком флейта лежит, можете сыграть, если надо. Ты взял флейту с собой? Да, да. Вот, она лежит там на а мы, если хотите. Как мы сейчас можем? Будет потом. Никак, у нас привязан микрофон. А где флейта лежит? А вот здесь лежит. Я встану. На вот этой наш режиссер его уже просто. А он сидя может сыграть, а я вам пока что еще расскажу. Да, расскажи. То есть на этом конкурсе в чем сложность? Там, во-первых, есть обязательная программа.
Вот. Это и плюс, и минус. То есть для жюри это плюс, потому что они могут более точно оценить навыки участника, потому что есть такие произведения, где можно скрыть, допустим, за там, много игры концертмейстера, и там не совсем понятно, какого уровня ученик, хотя понятно, в принципе, но когда есть определенная программа, для жюри это сложно, конечно, слушать одно и то же много, но, в принципе, тогда легче понять, выбрать. Какого... Да, выбрать. Артемка, да. Маленький кусок, времени немного. Это для РФА, это соната, да? Ну да. Тогда похвали это, прям честно тебе скажу, я вот человек на стереотипах, я была уверена, что флейта – это женский инструмент. Честно, вижу чуть ли не впервые настоящих двух флейтистов-мужчин. Скажи мне, в чем я не права? Во всем скажи. Ну, что это женский инструмент, я как бы не согласен. Ну, не согласись, она такая тонкий, изящный звук. Хотя да. Вот какими, на твой взгляд, должен обладать музыкант качествами, чтобы понимать этот инструмент? Чтобы хорошо на нем играть, ну, правильное построение губ, правильно надо дуть в эту флейту, не просто ты дуешь вот так вот, там правильное положение должно быть. Так и запишем, правильно нужно дуть. Понятно. Нужно в инструмент пить. Еще, если, ну вот, как только я начал, помню, переходить, только перешел вот на эту флейту продольную, помню, бывало даже иногда, ну, много надо дуть, иногда даже бывало, помню, подташнивало, кружилась голова. Но со временем это прошло. Я вот уже четвертый, да, год вот на этой флейте. Четвертый год я дую, скажи, и уже даже не тошнит. Анечка, не все даже знают, что за инструмент гобой. Вы сталкивались когда-нибудь с тем, что вы говорите своим друзьям? Я играю на гобое. Друзья, никто не знает. Никто не знает. А что сподвигло вас выбрать именно гобой? Вот как раз-таки его такая непопулярность, не массовость, не попсовость. Или Ольга Дмитриевна тоже выбежала из-за угла и сказала, хочешь играть на гобое? Ну, вообще, я сначала играла на фортепиано, то есть я пошла, я играла на фортепиано. У меня мама пианистка. Вот. И потом как-то на каком-то концерте я тоже услышала, как играет Ольга Дмитриевна. Вот, подошла после концерта и вот говорю маме, я хочу играть на этом инструменте. Я не знала, что это за инструмент. Вот. И вот как-то так абсолютно случайно это получилось. Вот. И... А что для тебя самое сложное во время выступлений? Справиться с волнением при выходе на сцену или у тебя нету? Ты абсолютно нет, на волнение есть, конечно. Вот. Но когда ты выходишь, у тебя оно как бы уже спадает, пропадает. Да? Да. То есть волнение только перед, а на сцене уже все мандраж. Да, начинаешь, еще волнуешься, а когда уже играешь, то как бы уже волнение пропадает. Эмиль, будешь ли ты волноваться сейчас, исполняя нам произведение, и чье еще раз расскажи, пожалуйста. Произведение «Вокалист в форме хабанера», чье? Равеля. Молодец. Или уже волнуешься, да? Ну, а чуть-чуть. Как с ним справляться? Надо тебе, Валентин Анатольевич, дает советы? Мне давала совет Ольга Дмитриевна. Ну, а ну-ка расскажи. Семейный подряд. Просто не волноваться, так? Да. Ну, а прямо сейчас мы вам говорим большое спасибо за интересную беседу. Спасибо. Приходите к нам еще. А сейчас мы послушаем в исполнении Эмили Ятковского «Равеля». И вам говорим добрый вечер. Да, до свидания, друзья. Спасибо, что были с нами. Анна Руда, Ярослав Чичин. Любите музыку. И спасибо, что смотрели нас. Пока.